Итак, друзья мои, как же запустить приложение с запуском Windows? Для этого просто набираем комбинацию клавиш Windows R. Это у нас вот внизу клавиши с символическим окном Windows и R. И тут у нас вот появляется окно «Выполнить». И здесь пишем вот эту строку shell двоеточие startup. Эта команда будет у нас под описанием ролика. Вы можете оттуда скопировать и вставить. И нажимаем ОК. И у нас открывается папка автозагрузка. Вы также эту папку автозагрузки можете поискать вот в меню пуск вот здесь. Ее найти, либо найти так, как я вам указал. Все, вот в эту папку вы кидаете те иконки, ярлыки, ярлыки приложения, программу, которую вы хотите, чтобы они запустились. Вот, например, Telegram я сюда кидаю. И все. Если вы хотите, чтобы ярлык у вас не потерялся, просто создаете копию ярлыка. Вот, рабочий стол, ярлык, вот два ярлыка. Один вы сюда кидаете, и все, один у вас также остается тут. И эта программа, она запустится вместе с Windows. На этом все, до новых встреч. Друзья мои, как же нам отключить автозагрузку программ нежелательных, которые мы не хотим, чтобы они запустились? Вот здесь в строке поиска мы просто пишем автозагрузка. Автозагрузка. Или автозапуск.